Кому закон не писан? Скандал с задержанием судьи Соломенского райсуда столицы набирает обороты. Спустя 4 дня после конфликта на это публично отреагировала полиция. Правда, в Фейсбуке. Патрульные могут понести даже уголовную ответственность. Об этом написал начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков. Он беспокоится, что судить их могут все те же друзья-коллеги Кицюк. Полицейских сейчас отстранили от работы, проводят служебную проверку. Жуков также сообщил подробности конфликта и даже выложил фрагменты видео с регистраторов патрульных. По его словам, 21 февраля посреди узкой улицы припарковался автомобиль и заблокировал проезд другим машинам. На просьбу водителей и правоохранителей перепарковаться женщина за рулем ответила, что водитель не она и ждет мужа. Предъявить документы патрульным отказалась. Когда попыталась уйти, полицейские надели на нее наручники и посадили в машину, утверждает Жуков. Вот фрагменты видео с регистратора. Назад сдать, у вас место сзади есть, вы что не видите? Я сейчас сниму с ручника, у меня машина вопнется вперед. Куда назад сдать? Предъявить ваше водительское удостоверение. Водительское удостоверение предъявляет водитель. Вы я кто? Водитель. Пойдемте с нами, сейчас приедет райотдел. Давайте вашу сумку. Молодой человек, отойдите. Документы предъявите, пожалуйста. Вы не имеете права. Документы, пожалуйста, предъявите. Режим ушел, а нищеброды за 8000 гривен. У судьи, напомню, своя версия, на которую ссылался в своем обращении к полиции и Советсуде. Там утверждают, что на Кицюк без объяснения причин надели наручники, когда она подошла к своему авто и силой пытались усадить полицейскую машину. У Кицюк уже есть заключение судмедэксперта о легких телесных повреждениях. Разбираться в этом будет Генпрокуратура, куда полиция уже передала все видео с регистраторов патрульных.